Ауду биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмана рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и приносим вам всем свои соболезнования в связи с гибелью, годовщиной гибели дочери посланника Аллаха Фатимы Захры, саламуллахи алейха. В связи с этим мы начали серию передач, посвященных данной теме. И сегодня последняя наша передача, посвященная этой теме. Мы вновь пригласили для этого в нашу студию уважаемого гостя, Худжат Лисан Валь Муслимин, шейх Гурбана. Ассаламу алейкум, шейх Гурбан. Валейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Уважаемый шейх Гурбан, это наша заключительная передача, посвященная данной теме. И хотелось бы как раз-таки заключительные моменты сказать. Вы начали на той передаче говорить о том, что лицемеры, люди, большинство с вами старались отделить народ и мусульман, всю умму от истинного пути, то есть именно от пути Ахль-Бейт, от пути непорочного семейства. И хотели привести предание. Я вас вам сказал, что наше время подошло к концу, поэтому, если можно, продолжить с того момента. Ауду биллахи минаш шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим, ва бихи настаин, ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайдил анбияи валь мурсалин, ва аля алихи ат-тайибин ат-тахирин аль-маасумин, ва ла'нату ад-даимату аля аадаихи маджмаин, иля кияуми яумиддин. Я прежде всего приветствую дорогих телезрителей. Мы говорили о том, что в этой борьбе, то есть после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, лицемерие, неверие, неверные, как говорит священный Коран, «Аль-яума я исалладина кефару», те, которые не уверовали. Эти люди пытались отдалить, они, единственной их надеждой было то, чтобы отдалить верующих от семейство посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который, как мы уже ранее сказали, и довольно-таки долго об этом говорили, и обсуждали эту тему, ссылаясь на аяты и предания, являются условиями. Условиями единобожия, условиями принятия единства и принятия господства единого Бога. Они являются условием. Невозможно подчиняться единому Богу, невозможно поклоняться единому Богу, обойдя их стороной. Это просто, они являются условием, как говорит имам Рида, алейхиссалату вассалам, «Ля калимату ля илляха илляллах», то есть передавая слова Бога, «Калимату ля илляха илляллах хисни, фаман дахаля хисни, амина мин адаби бишурутиха». Слова «Нет Бога, кроме единого Бога», то есть единобожие, является моей крепостью, кто войдет в эту крепость, останется в безопасности от моего наказания, но при условии, при определенных условиях. Я являюсь одним из этих условий, говорит имам Рида, алейхиссалату вассалам. Или же в другом предании говорится, что Али бин Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, является условием. То есть эти люди, эти непорочные люди, являются условием. И целью неверия после его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, было то, чтобы отдалить, преградить и затмить, потушить этот свет в глазах для верующих, отдалить верующих, чтобы создать расстояние между верующими и этим источником света. Как сказано в Священном Коране, «Ваннахари ида джалляха», клянусь днем, когда проявляет день солнца. То есть эти люди, эти непорочные люди являются тем самым днем, который проявляет солнце и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, согласно толкованию, имеется предание, которое таким образом толкует этот священный аят. И здесь мы обнаруживаем определенную борьбу. Здесь, то есть, борьба, вне всякого сомнения, должна была быть. Здесь невозможно, чтобы не было борьбы. Но обратите внимание, мы ранее читали, в самом начале этой серии передач, читали, например, что в единственном зиарате ее светлости Фатимату Захра, саламуллахи, которая дошла до нас от непорочного, точнее от имама Багира, алейхиссалату вассалам, то есть у нас нет каких-то других зиаратов, имеющих отношение к ее светлости Фатимату Захра, саламуллаху алейха, которые дошли бы до нас от непорочных. Есть только один зиарат, который дошел от его светлости имама Багира, алейхиссалату вассалам, все, других нет. И в этом зиарате говорится: «Я мумтахана, имтаханаки Аллаху ллади халагаки, кабля ан яхлюкаки». «О испытанная, испытал тебя
тот, кто создал тебя, когда испытал до того, как создать тебя, и нашел тебя, фаваджадаки, сабира, и нашел тебя, обнаружил тебя терпеливый. Терпеливый. То есть эти испытания, которые были до создания, до этой нашей жизни, эти испытания были для того, чтобы дать человеку те или иные задачи, те или иные миссии. И одним из людей, которые получили эту миссию, является ее светлость Фатимату Захра, саламу алейхи, потому что, подвергнувшись испытаниям и трудностям, Бог обнаружил ее терпеливой и, как следствие, дал ей миссию. То есть вы имеете в виду до нашего создания, то есть до того, как мы пришли в этот мир, ей уже дана была миссия? Да, да, да. Это каждый человек получает свою миссию, свою задачу до того, как... Ну, каждый человек, вне зависимости, он пророк или не пророк, но здесь речь о том, выполняет ли он эту задачу или не выполняет, это другой вопрос. Честно говоря, вот такое предание слышал, не знаю, сколько оно достоверно, что, допустим, определенные миссии, определенные трудности в том мире были показаны нам, и спрошено, кто готов взять на себя эти трудности, допустим, трудности Кербалы, то, что там произошло, да. Это единственное, кто... имам Хусейн сказал, что я готов это принять. Да, то есть речь идет об этом. То есть это Аллах не тому, за кому захотел, это дал, а там кто достоин был этого, да? Да, 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 то есть об этом идет речь. И ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха, как и все остальные люди, получила особую миссию. Но ее миссия была сложной, потому что Бог обнаружил ее фаваджадаки сабира. Обнаружил ее терпеливой и дал ей очень сложную миссию, очень сложную задачу. Но все остальные люди также. Здесь поэтому в этой борьбе, которая происходила после его светлости пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каждый человек играет свою роль. Но главнейшую роль играли именно эти непорочные. И во главе этих непорочных находится ее светлость Фатимату Захра, саламу алейха. В борьбе с этой смутой, с этой фитной, она играет главную роль. Конечно, все остальные другие люди, в том числе, например, мы, можем в этой борьбе какую-то роль сыграть. Но здесь несоразмерны наша роль с ролью ее светлости Фатимы Захра, саламу алейха. Наша роль с ролью других непорочных в борьбе с этой тьмой. Обратите внимание, когда Намруд, как говорится в Священном Коране, создал невероятный костер, чтобы сжечь, большой костер создал, то есть потрудился, чтобы разжечь огонь и бросить туда Ибрахим, алейхиссалату вассалам. И здесь мы в преданиях обнаружим, что некоторые животные пытались разжечь этот огонь, то есть принимали участие на стороне Намруда. Неважно, видели это люди, не видели, Намруд видел это все, обратил внимание. Но были животные, которые наоборот пытались потушить огонь. И в числе их были некоторые птицы, которые мочили свои перья водой и трясли над этим огнем. Маленькие птички, которые трясут огонь над огромным костром, невероятно большим костром. Даже которым... То есть каплями пытаются потушить огромный костер. Да, то есть это был костер, обратите внимание, в который не могли бросить Ибрахим, алейхиссалату вассалам, люди. Нужно было создать какое-нибудь сооружение, и чтобы это сооружение бросило Ибрахим, алейхиссалату вассалам. То есть это был настолько большой костер, что люди не могли приблизиться к нему, чтобы толкнуть Ибрахим, алейхиссалату вассалам, в этот огонь. Они должны были сделать катапульту и этой катапультой бросить Ибрахим, алейхиссалату вассалам, в этот огонь. То есть настолько был большой огонь. И поэтому мы, если... Сравнивать. Да, мы, если и делаем что-либо в этой борьбе с этой тьмой, с этой смутой, то наша роль подобна роли этой птицы. Но это не значит, что мы не должны в этом участвовать, потому что наше дело участие. Но решающая битва в этом сражении, решающая роль в этой битве принадлежит ее светлости Фатимату Захра, саламу алейхи, победителям в этой битве, которая приведет в конце концов к свету, к фараджу, как выражались непорочные, фарадж, то есть это к восходу солнца. Солнце, которое было покрыто от человечества, солнце его светлости, вощамси вадухага, то есть клянусь солнцем, ее сиянием, которое растолковывается как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, его учение. Это солнце должно возойти,
И победа ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха, приведет к этому восходу, результатом которого будет создание всемирного государства его светлости имама Махди, аджалаллаху фараджаху шариф. Но каким образом ее светлость боролась, каким образом? Ну, мы говорили, во-первых, ее мученичество. То есть здесь очень много можно говорить, мы, к сожалению, не успеем, да и нет особой необходимости этот вопрос слишком раскрывать. Ее светлость Фатима Тузахра, саламуллаху алейха, была тем, кто поднял, единственным человеком, который действенно поднял свой меч и поднялся на борьбу. И здесь, конечно же, очень важную роль играет духовная составляющая, то, что нам не видно. Потому что если бы это сделал бы, например, Салман аль-Фариси или какой-нибудь другой приближенный к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижник, или даже если это сделал бы Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, результаты были бы совершенно другими. Почему? Потому что они, Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, и самые-самые приближенные к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сподвижники не играют, не могли сделать то, что сделала ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейхи. Это была ее только и только ее задача. Именно поэтому мы обнаружим, что Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату ва саллям, не делал всего того, что делала ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейхи. Например, речь, которую произнесла ее светлость в мечети. Обратите внимание, у нас имеется предание, очень важное предание, как раз которое я хотел в конце предыдущего. Когда халифы, новоиспеченные халифы, эти узурпаторы пришли к дому его светлости Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалам, чтобы взять с него присягу, к ним вышла ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейхи. Вот что говорит второй халиф. Вама балу ибн аммики. Кад аурадаки лиль джаваб. Ваджаляса мин вара иль хиджаб. Что с твоим двоюродным братом, то есть с твоим супругом? С Али ибн Абу Талибом, алейхиссалату вассалам. Почему для ответа он отправил тебя, ваджаляса мин вара иль хиджаб, а сам сидит в комнате и спрятался за занавесью. Почему он отправил тебя, а пришла ты? То, что как раз говорят сегодня и последователи этого второго халифа сегодня говорят. Почему так? Сама ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха, ответила на этот вопрос. Факалят, то есть сам факалят ли, говорит второй халиф, он передается из его слов, что она мне ответила. Тугьянука, я шаки. Твое непослушание, твое восстание против Бога, о несчастный, ахраджани, вынудило меня выйти против тебя, выйти навстречу к тебе. Твое непослушание и восстание против Бога, тугьянука, я шаки, ахраджани, ва альзамака аль-худжа, чтобы я предоставила тебе окончательный довод, чтобы у тебя не было никаких оправданий, чтобы ни у кого не было никаких оправданий. Никто, ни один человек, ни один искатель истины в судный день не пришел и не сказал, что эти люди создали фитну, эти люди создали тьму, эти люди создали нечто, что не позволило мне увидеть истину. Никто в судный день этого не сможет сказать. Почему? Аль-замака аль-худжа. Тугьянуки я шаки ахраджани ва аль-замака аль-худжа. Говорит Фатима Тузахра, саламу алейха. Она говорит, я этим своим выходом навстречу к тебе предоставила довод, который любой искатель истины может увидеть. То есть это была роль исключительно, роль ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха. Ни один другой человек эту роль не мог сыграть. Даже Али ибн Абу Талиб, алейхиссалату вассалям, при всем своем величии и при всей своей значимости не мог сыграть такую роль, которую сыграла ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха. Она проявила свет посланника Аллаха, она проявила свет Али ибн Абу Талиба, алейхиссалату вассалям, для всего человечества, для каждого искателя истин, и спасла от этой тьмы, спасла от этой смуты множество верующих людей, тех, которые по-настоящему искали, по-настоящему были привязаны к истине, спасла их. Именно поэтому в этом же самом зиаряте, который мы читали ранее, говорится,
Шейх Гурман, лучше, может, после паузы оставить зиарат, потому что мы вынуждены прерваться. Хорошо. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами. После небольшой паузы мы продолжим и разъясним, что говорится в зиарате. Уважаемые телезрители, мы прерывались в небольшую паузу, до которой говорили о роли госпожи Фатимы Захры, саламуллаху алейха, в истории. Уважаемый шейх Гурбан, вы сказали о том, что она повлияла на то, что верующие могут увидеть, где находится истина. То есть она разделила верующих и неверующих, лицемеров и праведников. Да, совершенно. То есть она предоставила возможность любому искреннему искателю истины найти этот ответ в этой смуте. Это невероятно, это была очень сложная смута. Как я уже говорил, ни Али ибн Аби Талиб, алейхиссалату вассалам, при всем своем величии, при всей своей значимости, при всей своей приближенности к Богу не смог бы сыграть такую роль, которую сыграла ее светлость Фатима Заһра, саламу алейха. И это обусловлено очень многим. Обратите внимание, то есть если мы обнаружим среди мусульман сегодня, кто осмелился бы сказать, что вот было разногласие между Али ибн Аби Талибом, алейхиссалату вассалам, и было разногласие с кем-либо еще там из этих халифов. И, ну, это было их собственное мнение, их ижтихад и так далее и тому подобное. Никто, кроме самых несчастных из них, кроме самых униженных из них, никто не может сказать, что что-то даже подумать, даже что-то предположить в этом противостоянии ее светлости Фатима Заһра, саламуллаху алейха, против этих узурпаторов, что-то предположить даже, что в чем-то она могла быть неправа. Кроме самых несчастных, самых, простите меня, отмороженных из них. Как и Ибн Таймия, допустим. Самых униженных, самых низких из них, самых несчастных из них. Ни один более-менее нормальный мусульманин не может даже подумать об этом. И в особенности, когда мы говорим о тех преданиях, которые дошли до нас от его светлости пророка, саллаллаху алейхи ва алейхи, а ее светлости Фатима Заһра, саламу алейха. Эти невероятные высказывания, эти невероятные достоинства, которые он описывает для своей дочери Фатима Заһра, саламу алейха. И здесь мы обнаружим это то, что мы увидели. То есть она, то, что мы увидели, что она вышла навстречу, этот ее выход навстречу к этим людям, которые пришли потребовать у Али ибн Аби Талиба, алейхиссалату вассалям, присяги, этот выход запечатлен в истории. Это не является чем-то, относительно чего имеются разногласия. Это достоверная история, всеми признанная. Эту историю невозможно стереть. Это был важнейший шаг со стороны ее светлости Фатима Заһра, саламу алейха. Потом она выходила в мечети и произносила речь среди мусульман, которое также было своего рода доводом над ними. И другие вопросы, в частности, вопрос Фадака. Обратите внимание, у нас имеется предание, что это для того, чтобы униженные и несчастные люди не могли подумать нечто другое. Ее светлость Фатима Заһра, саламу алейха, когда мы знаем, что когда выходила замуж, его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, подарил ей новую одежду, чтобы она в этой новой одежде вышла замуж. И она
так получилось, что встретила человека, который просила ее светлости Фатима Заграс, саламу алейха, милостыню. Она не за неимением чего-либо другого, кроме этих двух пар одежды, решила отдать одну из них и одеть другую. И она предпочла отдать новую одежду, а самой одеть старую одежду на свой первый день супружеской жизни со своим супругом. Она предпочла. И, например, та же самая сура «Инсан», в которой говорится о невероятном достоинстве ее светлости Фатима Заһра, саламу алейха, когда она 3 дня подряд жертвовала своей едой, несмотря на то, что сама нуждалась в этой еде и И отдавала пост держала, если нуждающимся. не ошибаюсь. Да, но для разговления та небольшая еда, которая была для разговления, она отдавала нуждающимся. Это в суре «Инсан» Инсан. сказано. То есть никто, ни один здравый человек, ни один знающий и понимающий мусульманин не может подумать, что ее борьба за фадак была борьбой за имущество, За мирские за какие-то. какие-то мирские ценности. Кроме самых несчастных и униженных и падших людей, кроме никто так не может подумать о ее светлости Фатиме Заһра салам. И поэтому вся эта ее борьба за фадак со всеми ее деталями также является светочем для искателей истины. И эта смута, если бы не участие ее светлости Фатиме Заһра саламу алейха, она затмила бы и помутила бы очень многие умы, даже умы верующих, даже умы искателей истины. Даже искатели истины не смогли бы по-настоящему увидеть, где здесь истина. И, конечно же, ее смерть. Смерть ее светлости Фатиме Заһра саламу алейха, которая была мученической смертью. И результатом этой борьбы была, она пострадала в результате этой борьбы. И здесь очень много деталей, очень много мы обнаруживаем. В частности, ее хоронение, как ее похоронили. Здесь противники и те сторонники этой смуты, сторонники этой тьмы, сторонники омейядов, сторонники сакифы, кроме оправданий, кроме жалких и ни на что негодных оправданий, ничего здесь сказать не могут. Они безоружны. Она Хаджарат, она была разгневана, как мы говорили ранее, на первого халифа, а ее гнев является сам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто разгневал ее, разгневал меня. А то, что она с этим гневом ушла, является невероятным, огромным светочем для каждого искателя истины, для того, чтобы понять, где здесь смута. Потому что это была по-настоящему смута. Обратите внимание, эти люди преподнесли самые омерзительные вещи в прекрасном свете. Вот я пример приведу. Очень много этих примеров. Всего лишь так, как времени у нас очень мало, и мы должны закончить на этой передаче. Один пример приведу. Справедливость всех сподвижников. Это омерзительнейшая идеология. Омерзительнейшая идеология. Омерзительнейшая теория справедливости всех сподвижников. Знаете почему? Потому что все Очень сподвижники... хорошая защита Это своего рода. сподвижники, то есть каждый, кто адраке, каждый, кто застал времена, каждый мусульманин, который застал времена его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, является непорочным, согласно этой теории. Является непорочным, то есть все, что он говорит, все, что он передает, все, чему он обучает, все, на что он наставляет, является доводом. Все совершенно является доводом. Теория справедливости сподвижников – это омерзительно, потому что целое общество, в числе которых огромное количество лицемеров, Муавия, Марван, вот эти вообще известные личности. врагов ислама, врагов его светлого посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вдруг становятся непорочными учителями И религии. возглавляют умму. Мало того, что они... Да, но я про саму сейчас вот эту теорию справедливости сподвижников, потому что если в нутро этой теории взглянуть, это нечто такое уродливое чудище, просто невероятно омерзительная вещь. Но преподнесли ее так, что сегодня мусульмане многие мусульмане даже свою жизнь готовы отдать за защиту этой идеологии, за защиту этой идеи. О чем это говорит? Узайенанна лахум фил арды. Приукрасил дьявол для них на земле вот это вот нечто омерзительное. То есть это к чему?
Потому что эта тьма, эта туманность, которую они создали, и это прикрашивание, оно было глобальным, всеохватывающим. И сегодня верующие, искатели истины, те, которые по-настоящему любят посланника Аллаха, саллаллаху алейхи, и не могут предпочесть наряду с ним кого-либо еще, не могут поставить в один ряд посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и его сподвижников, например, или людей, которые находились вокруг него. Не может в одну чашу весов их поставить, не может их считать равными. Этот человек, обнаруживая такие факты, обнаруживая такие исторические данные, то есть связанные с ее светлостью Фатима Таз-Захра, она ушла из жизни и не позволила этим людям, этим лицемерам, этим узурпаторам, не позволила участвовать в своих похоронах. Это является невероятным светом, это невероятное наставление. И именно посредством, как мы знаем из преданий, как мы узнали также из аята священного Корана, из суры Нур, Аллах Нуру Самавати Валь Ард, Масаль Нурихи Камишкатин Фиха Миспах, вот, например, этот аят, они подчеркивают невероятную роль ее светлости Фатима Таз-Захра, саламу алейха, в борьбе за этот свет. Она является хранителем этого света ислама. И с позволения Бога, и это также проистекает из аятов, и из откровения, из преданий, что со временем эта роль будет становиться все интенсивнее и интенсивнее. То есть роль ее светлости Фатима Таз-Захра, ее решающая роль ее в этой борьбе, в этом противостоянии между светом и тьмой станет еще более очевидной, еще более понятной. Еще больше людей будет находить свет посредством ее светлости Фатима Таз-Захра. И в истории очень много, кстати, примеров. Например, была одна история, были дискуссии и диспуты относительно данного вопроса, то есть вопроса света и тьмы между двумя учеными. И они никак не могли, очень долгое время никак не могли прийти к какому-то общему решению. То есть никак не могли решить, что назначал посланник Аллаха, например, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, после себя преемник, или не назначал. Они никак не могли решить. Оба были ученые. Но однажды этому ученому, который был на стороне света, на стороне истины, пришла идея. Ему была подсказана идея рассказать историю ее светлости Фатима Таз-Захра, саламу алейхи. Они до этого очень долго дискутировали, очень долго выясняли, проводили исследования. Как только этот ученый упомянул о ее светлости Фатима Таз-Захра, саламу алейхи, его оппонент тут же согласился с его утверждениями, с его доводами, так тут же согласился, даже не дожидаясь чего-либо еще. Всего лишь в результате чего? В результате того, что его ознакомили. Потому что, несмотря на то, что он был ученый, эта школа такова, что она скрывает истину. Обратите внимание, я оставил после себя книгу Аллаха и мою сунну. Это знает практически каждый сторонник сакифы. Каждый сторонник сакифы знает этот абсолютно ложный, выдуманный и недостоверный хадис. Кстати, этот хадис назван ложным даже самим Ибн Таймия. Даже Ибн Таймия говорит, что это выдуманный хадис. А когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит «Инни тарикум фикум ас-сакалейн, китаб Аллахи ва итрати ахли бейти», «Я оставляю среди вас две ценности, книгу Аллаха и мое семейство, мое потомство», которое дошло практически во всех книгах, во всех достоверных книгах, и названо достоверным, согласно, единогласно, нету ни одного человека, который хоть на крупицу сомневался бы в достоверности этого предания, об этом ни один сторонник сакифы практически не знает. Очень редко можно обнаружить сторонника сакифы, что, то есть этот туман, эта тьма играет такую роль. Поэтому этот ученый, который, несмотря на свою ученость, был затуманен, его ум был затуманен, он не знал об этой истории. Или же знал, но воспринимал ее совершенно иначе. А как только она была преподнесена в верном свете, он тут же соглашается. Эта история с ее светлостью Фатима Таз-Захра, саламу алейхи, играет решающую роль. Уважаемый шейх Гурбан, спасибо вам большое за то, что приходили и разъясняли важную информацию, рассказали людям историю, спасибо. Объяснили разницу.
И на этом передача наша подошла к концу. Иншаллах, мы, надеюсь, на следующих передачах, на других темах с вами еще увидимся. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Приношу вам еще раз свои соболезнования. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Уважаемые телезрители, а на этом мы с вами прощаемся. На этом наши передачи подошли к концу, посвященные этой теме. И я вновь приношу вам свои соболезнования в связи с годовщиной гибели госпожи Фатимы Захры. Саламу аллаху алейха. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.